Рядом с Константиновичем и с Ларой. О, с Константиновичем. С тобой стою рядом. Давай. Не здесь. Там можно здесь. Можно вот так с ним стоять? Я готов. Здрасте, здрасте. Не, там же вот так. Ага, вот так, по росту, вот так. Да. Еще тренироваться в зале, кто вчера не тренировался, в зале сегодня будет поменьше. Потом ты не спал, играешь и накатишь. Штангу делаешь? Надо эту фишку, а чего вы не придумали? Вот так вот мяч подкидываешь, и все, оп. А кто там? А, там. Ваня, это Сула, да? А! Всем острые козырьки. Всем здравствуйте. Подожди, вот здесь, стой, стой. Они просто запутались. Артурик, а где курсант? Проедет. Да проедет. Вот эта машина оттуда выехала. Там две проезжают, да. Спокойно. А меня не черканул там. Да, чуть-чуть, я просто чуть немного, там только крыло и зеркало, ничего страшного. Зеркала вообще нет уже. Мороз. Жень. Жень, не надо было. Часы засветились, пульс поднялся. Да, конечно, у меня что? Вот это подход, да? Тяжелая артиллерия на пикник. Есть еще место, но там Тони еще есть. Он встал, сложнее стало. А помнишь, что мне объяснили? Типа, когда я бежал, так дуга у меня не считалась. А, вы типа только предел, только, ну, типа только прямая, понял, считается, а дуга типа не считается. Да, да. Ну, плюс-минус, как я бежу, что-то. Прыжок, становимся. Блин, мотивацию надо поднять. Жори, надо снизу. Металл, металл. 4 за 2, 5. Обычно для победы хватало. Нет, давай. Из всех решений, что я думал, что он сделает, это было самое последнее. Два-два! Team Russia! 9-9!
Одно свое сохранили. Согласен. Мы готовимся в правильном направлении. Вот, дай бог, все получится. Сегодня более такая восстановительная. Надо подойти к матчу в хорошей форме, вот, без травм. Вот. Этому была посвящена тренировка. Потому что мне хочется забивать везде. Вот. Но дай бог, это все впереди. Буду стараться для того, чтобы помочь команде и в премьер-лиге. Все, спасибо, парни. Надо было забирать. Идем, брат. 5-4. Спасибо, парни. 6-4 ведем. Смотри, напрягается. Да не слушай. Свое делай. Саня! Вот это Саня. Снимал? Вставляй. Да я единственный, брат. Еще. Покажи. Победу снимите, пожалуйста. Победу! Да! Победу можно снять? Рак! Я говорю, засимите победу, рак, пацанов. Чего?